Луковицы рябчика персидского пока еще являются редким гостем на садовых участках, но благодаря своей экзотической красоте с каждым годом становятся все более популярными у отечественных цветоводов. Научное название растения фтитилария переводится как «стаканчики для игральных костей». И действительно, высокий одиночный цветонос раскрывает до 30 таких темно-фиолетовых колокольчатых, опущенных вниз стаканчиков на одном стебле. Распускается рябчик одним из первых на участке, составляя красочную компанию красным тюльпаном и не менее солнечно-желтым нарциссом. Рябчик персидский – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Рябчик прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола рябчик персидский можно отнести к группе «обыкновенные». Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает рябчик персидский в месяц май-апрель. Обратите внимание, что рябчик персидский – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.